Смотрим отель Resort de Alturas. Находится в местечке Калангут, в 500 метрах от пляжа. Сзади меня находится. Отель построен в 2013 году. Это 3 звезды. De Alturas. В некоторых номерах нет кондиционера. Они так обозначены. Номера без кондиционера. Продаются по более низкой цене. Бассейн более-менее чистый. Купаются, по крайней мере, люди. Неплохо. Нормальное впечатление производит. Праздник Дивали, все украшено цветами. Ресепшн. Особо рассказывать про отель нечего, поэтому постараюсь просто показать все. Wi-Fi бесплатный. И вся территория. Ресторан отеля тоже вполне приличный. На выходе из отеля мы сразу попадаем на улицу, где полно кафешек и магазинов. Смотрим стандартные номера. Телевизор нормальный. Сплит-система. Угу. Ванны здесь нет. И все. В номере нет окна. Да. На первых этажах нет окон. Если честно, я лично опасаюсь отправлять туристов в отель, в котором есть номера без окон.